Всем привет! Сегодня я хочу сделать обзор по крючкам Clover. Я заказывала вот такие посылочки. Заказывала уже 3 посылочки. Сейчас просто покажу вам крючки. И часто читаю в интернете, возникают вопросы, в чем сходство и сравнение между крючками. У меня линейка, что ли, так скажем, крючков идет от 0,05, 0,6, 0,7, 1, 1,25, 1,5, 1,75. Здесь еще промежуточных некоторых нету. В общем, вот самый маленький идет 0,5, и самый большой из этой линейки идет 1,75. Вот такие крючочки. Сходство с обычными крючками. Ну, естественно, это в ручке. Не знаю я, кто как говорит, что кому как удобнее, но я вяжу вот так. Держу крючок. Вот так. В общем-то, мне удобно. И палец не давит. Нравится. И в сравнении, вот купила я тулип номер 0,55. И Clover 0,5. В принципе, вот разница какая. Видите, не увидите. Но мне кажется, разница незначительная. Только в ручке. Вот даже вот высота вот как бы вот подъема, расширение идет на одинаковом уровне. Следующий крючок сравнить. Вот однерочка. Но здесь уже идет значок, как бы как вот такой вот, видите, не знаю, как он называется. Здесь однерочка и здесь однерочка. Ну, тоже. Вот. Здесь у меня этот пораньше как бы расширен. А так одинаковые, ну, только лишь ручки различаются. Вниз 1,6, вот 1,5, 1,6 и 1,75 я в промежутке ложу. Здесь почему-то идет отличие, он идет и не туда, и не сюда, он идет больше. Вот в серединке с золотой головкой он идет больше, чем 1,75, хотя он 1,6. Вот, в общем, должен где-то быть по размеру между ними. Не знаю, бывает, попадают крючки, что у них размеры вот не совпадают. Крючки продаются, вот приходят, вообще-то не показала, такой. В таком конвертике здесь пупырчатая бумага для того, чтобы, видимо, они не сломались. Еще идет буклетик такой с рекламкой, что ли, если так сказать, крючков с вот этой новинкой. Но я заказывала в 2012-2013 году еще крючки, поэтому они уже, может быть, и не новинка для кого-то. И с большой линейки у меня крючки 2, 2,5, 4, 5 и 6. Где-то троечку не могу найти, я ими уже пользуюсь. Сравнить, если вот с двойкой.
В принципе, двойка идет уже какой-то не такой. Немного. Он уже идет потолще. Уже не подходит по размеру. Утолщение у него идет вот здесь вот сразу больше. И головка значительно, так скажем, больше. Если кто ощущает разницу. Между собой у них идет различие. В общем-то, вот 2 и 2,5. Это видно. Крючок 4 и 5. Это уже, хоть я вот и заказала, но пока что их никуда еще не использовала. И шестерка, они идут очень большие. Вообще уже. Даже не знаю, что ими можно вязать. Вот он какой идет. Толстый. И хочу для сравнения вам сказать. Ну, в принципе, вот эти крючки, они все похожи на крючки Clover. И еще у меня куплены вот такие двусторонние крючки. Тоже вот есть как раз двойка. Тройка, но тройка не сравнить. И номер 2,5. Вот сравним сначала двойку. Ну, в принципе, можно сказать, почти такие же, только. Ну, это вот я на счет крючков самих. Они идут одинаковые. До вот этого утолщения. И в общем-то, можно сказать, что одинаковые. И крючок 2,5, он тоже. Ну, хотя при вязании, вот когда я вижу разницу между этими, даже между этими крючками, между головками. Еще я купила вот такой крючок Prim или Run, не знаю, вот как название идет. Они значительно дешевле. Ну, конечно, ручка у них обычная. Они алюминиевые. Ну, как бы с позолотой немного. И стоят они. Ну, у нас вот они стоили 100 рублей. В общем-то, тоже написано Германия. Вот так. Такие вот они ручки. Плоские. В общем-то, удобные. Я считаю, что даже если держать его вот так, то есть большой палец как раз получается вот на подушечке, вот на этой, здесь вот подушечка, и как раз на ней большой палец лежит, если вот так кто вяжет, то есть вот. Ну и в общем-то для меня тоже легко вязать им, даже я так вот вяжу. Понравилось, не понравилось, не знаю. Пишите в комментариях. Еще в подарок пришли вот такие пуговочки. Пуговочки или наклеечки. Сейчас достану и покажу. Барашек. Деревянный и цыпленок. Но здесь он в клеточку, здесь идет липучка, видимо, ее отлепляешь, и приклеивать это, я так полагаю, что вот или открыточки, или какое-то оформление при в хандмее, вот их можно использовать. Спасибо за внимание, спасибо, что были со мной. До свидания.